сметаной. Это солома есть, а как нет? А, это сухостойная, я сказала. Да, пшеничную солому используем в кормлении. Да не, нормально, пойдем. Соль, мел и минеральная добавка медвит 5-2 селена. Это для сухостойных коров на подготовке. Все. И здесь рецептура у мельника. Есть вот там листочки, таблицы я делаю. И он по этим таблицам, по нормам, задает на каждую группу столько, сколько требуется концентрата. Стараемся и спрашиваем с них, чтобы было все четко выполнялось. То есть от момента концентратов, если положено у нас, есть там 70% идет у нас ячмень, 30 ведер ледовых, то это строго, чтобы выполнялось. Просил, сейчас там подходят. Я попросил остановиться, чтобы немножечко Лена нам рассказала про вот это, что они строят. Родильное отделение и содержание телят до 5-месячного возраста. Это все в одном комплексе. И здесь занимается, как бы вот, приходят две доярочки, две телятницы по разным сменам. И вся нагрузка. Все. Так. Здесь, значит, у нас вот этот ангар первый построили. Здесь одиночные домики. И ввиду того, что у нас не хватает скотомест, сюда еще строим. Вот такие ангары. Арки делаем, из досок сколачиваем. Нам он очень понравился. Вот это облегченное такое помещение. Везде световые фонари. Вот эти щиты, боковые рамы, они на лето снимаются. Микроклимат, загазованности никакой нет. Внутри делаем коридорчик, чтобы трактор у нас маленький проезжал. Мог маневрировать и убирать подстилку из домиков.